Доброе утро. Здравствуйте. Позвольте вопрос. Вы судовой врач или просто пассажир корабля? И то, и другое. Меня нанял Королевский флот изучать болезни моряков. Так что я буду наблюдать экипаж. В открытом море матросы болеют куда реже, чем люди вообще. Хотелось бы узнать, почему. Надеюсь, вас ждет успех в этих изысканиях. Я тоже благодарю вас.
Капитан? Мистер Кенвей. Спасибо, что взяли меня на борт. Прошу прощения, если вам доставили какие-то неудобства. Неудобства? Мягко сказано. Прошу прощения. Из-за вашей прихоти мой корабль задержали в порту на 2 дня. Я потерял несколько контрактов. Я не знал. Еще бы. Все вы знать одинаковы. И все будет как надо. Ты уверен? Еще бы. Я когда-то подводил тебя? Нет, но кое-кто беспокоится. Просто доверься мне. Вот увидишь. Так-так. Наш почетный гость почтил нас своим присутствием. Вернулись бы вы в каюту. Фиалкам на верхней палубе не место. Согласен. Но вы-то здесь... Что, шутником себя считаешь, да? А как тебе такая шутка? Довольно, Грейвс. Не суйся. Гляньте, как он вертится. Просто дурак.
И думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Парни, угомонитесь. Если капитан увидит... Дьяволу капитана! И тебя, Мил, заодно! Ты сам-то за кого? Я готов еще раз, если что. Это неразумно. Че? А я тебя не боюсь. Нет? И очень зря. Сдаетесь? Нет! Как тебе такой расклад? Что здесь происходит? Капитан. Я жду объяснений, мистер Кенвей. Мы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то, чтобы вы развлекались, черт возьми. На два слова, мистер Кенвей. Да, чуть не забыл. Возьмите ваш нож. Вы мне не нравитесь, мистер Кенвей. От вас на борту одни проблемы. В ваших проблемах повинен отнюдь не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий. И команда вас не уважает. Эй, я не ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Да, вот как. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Да, вот сюрприз. Я не доверяю никому. Так что приходится просить вас. С чего мне вам помогать? С того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Ну, что скажете? Если это правда, разве у меня есть выбор? Спасибо. Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять... Я лично отрежу вам голову. Вам ясно? Прекрасно. До свидания. Здравствуйте. Как думаете, нас ждет приятный рейс? Погода теперь тихая, хотя и в это время года случаются шторма. Но не волнуйтесь, это в худшем случае досада. Пираты да каперы, вот кто меня беспокоит. А вы с ними встречались? Да. Но провидение — крепкий корабль с отменной командой. Думаю, все будет в порядке.
Мистер Кенвей. Капитан? Что бы они ни затевали, это случится скоро. Значит, пора за дело. Опять харчи урезал. Но припасов мало, нечего баловать. У самого-то ягнятина да вино, пока у нас галеты да солонина. Поговорил бы с ним кто. Милс пытался, капитан его выгнал. Значит, нужно еще. И не миндальничай с ним. Думаю, в старом клубе. Джон и Роберт придут. Если и ты явишься, вся семья будет в сборе. Скользкий какой-то малый, и шляпы не снимает. Глаза, видишь, прячет, чтоб мы не... Чё, одной драки тебе мало? Отвали. Но люди изменились. Теперь больше ценятся. Здорово вы наваляли Грейсу и Квиллу. Пришлось. Ага, оба упрямцы. Да что же это я? Льюис Миллс, к вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Так что, мне стоит опасаться их? Думаю, они усвоили урок. Обычно они так на рожон не лезут, но последние пару раз нам пришлось туго. Да? Капитан стал экономить. Порцию урезал, жалование тоже. Груз стал брать опасный. Команда недовольна. Есть повод для беспокойства? Я стараюсь, чтобы не было. Но капитан должен лучше обращаться с людьми. Ничего не скажу! У меня есть к вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Доктор, можно вас на минуту? Вы заболели? Нет, вовсе нет. Вы не слышали разговоров о том, что творится на борту? А что творится? Может, кто-то жалуется, команде не нравится капитан или пассажиры. Вот и Джеймс тоже спрашивал. Но я, знаете ли, так поглощен работой, ни на что больше внимания не обращаю. А где мне найти Джеймса? Зайдите на камбуз. А теперь, увы, я занят. Вы Джеймс? Ага. Хейтем Кенуэй, к вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте.
что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Милл старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Вы должны узнать, что они затевают. Ваши матросы болтать не любят, но я стараюсь. Так не тяните! Добрый вечер. Как дела? Тихо все, как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись, размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? Вон он идет. Сделай вид, что работаешь. Здорово вы наваляли Грейсу и Квиллу. Пришлось. Опять харчи урезал. Был припасов мало, нечего баловать. Самого-то ягнятина да вино, пока у нас галеты да солонина. Забавно. Да. Забавно. Есть новости? Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Живо на шканцы! Готовьте... Эй,
Береги головы! Это сигнал! Нас хотят не потопить, а захватить! Пушкам! Готовьтесь к бою! А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь! Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Задраить люки! Хейтем. Вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. А, чего же? То есть... Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? А, так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. Уверены, что вы этого хотите? Вам сидеть в каюте. Я так и сделал. Только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль? Бунта не было. Это все он. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно, ладно. Надо закрепить шкоты! Я говорил, это безумие! Успокойтесь, я разберусь с парусом. Thank you.
держусь! Тут скользко! Я не удержусь! Тут скользко! О, спасибо!